Лошадка была. Зенит есть зенит. Удобно, классно, красиво снимает. Звук вообще классный, мне нравится. Вот слушаем. Это было осенью 77-го года. Мы гуляли здесь. То ли это было... После демонстрации 7 ноября, да? Мы часто эти места посещали, все время здесь гуляли. Это площадь Ленина, самое такое достойное место. За нами сельхозинститут. Мы учились в медицинском училище и с первого курса пошли оба в фотокружок. И там мы познакомились. И я вместе с ним ходила, фотографировала, училась фотографировать. Самое интересное место было вот это Красная площадь. Красная площадь, да. Берег Волги. Берег Волги – это набережная Волги. Ой, мы там много гуляли. У нас там еще фотографий полно. Там мысль любви, порт. Много мест было хороших. Вот это 1980 год. Я тогда купил фотопленку. Цветную, да. Цветную, обращаемую. Это была чешская пленка. Отснял я его полностью. И в деревню снимал, и эти вот места снимал. И сдал на проявку в лабораторию. Мне так его проявили хорошо. Для меня сейчас это каждый кадр, ну, очень дорог. Я останавливал время на 1/125 секунду. За всю жизнь, может, я остановил время где-то на полдня, может быть. Живем сейчас в Новочебоксарске. У нас там дети, внуки. Но мы все равно приезжаем в Чебоксары. У нас ностальгия по Чебоксарам, по местам, где мы раньше ходили. И нам этот город так же дорог. Ну, еще что? Давай. Thank you.